Кто там валить собрался, мус? А? Валить он собрался. А вот не надо валить. У меня Макаров есть. Я вот так вот делать могу. Да. Валим, пока он не пришел. Нифига. Нифига, нифига. Короче, продолжаем. Идет все нормально. Вот я не знаю, что с этим делать интернетом. Это просто пипец. Утро. Ребята учатся в школе. Не должно проседать. Пожалуйста, полтора часа прошло. Начались фризы, начались дропы. Все очень плохо. Так, у меня нет пуль. Я сделал все пули. Пока он не пришел. Ой. Вот те и ой. Ой. Кстати, Вейнс, только как раз сегодня про тебя говорил. Ты тут бац, пришел. Говорил то, что все. Нету у нас стримах. На чужих стримах сидит. Предал нас. Разрук объектов. Их делибио. Орс е испт. Только для жжения объектов. Перед т необходимо ст. Для этого поместить в контейнер с никр. Сином образец. Очень информативненько. В Макарове 9 пуль помещается. Как ты такой Макаров был улучшенный? Вроде в Макарове то ли 7, то ли 8. Да на чужой стрим залил. Залил? Залип. Залип. У меня буква П похожа на Л. У меня отмычки нет. Мне нужна отмычка. Ну ладно. О. Порох. Слушай, еще могу пульки крафтить. Аптечки две, а вот пулек нет. Давай пульки. Пульки это вещь годная. Похоже, с поломанной. Да ты что? Да что ты говоришь? Что такое-то? Ты открыть не могу. Что-то булькает. Блин, ну где-то здесь должна быть отмычка-то все-таки. Я не знаю. Шкафчик есть. Взломать его можно. Вот он. Красавчик. Отмычки нигде нет. Блин, ну ладно. Пойдем искать там другие места. Может, в лифте что-то могу сделать? Да, могу с лифтом взаимодействовать. А меня током не пришибет. Там что-то искорки. Сгорю сейчас еще. Хотя не, я. У меня персонаж мокрый. Не должен. Давай в лифт. А-а-а. Там Макаров туда оставляй, Макаровым крути. Даже на чужие. Ну, судя по смайликам, драма. Это видно. Сейчас такая Велина. Привет. Что делаешь? Бутс на лифт. Минус позвоночник. Так, загадок никаких нет. Хорошо. Мне же легче. Не, я как бы ничего не говорю. То есть, пожалуйста, я не заставляю смотреть. Просто все меньше и меньше стало тебя... Стал видеть на стримах. А тут порой такие моменты бывают, когда модеры нужны. Колян, он спит 24 на 7. Я, кстати, драму стал реже смотреть. С ДБД изменил. Сдолбал. Так, а чё мне? Это я просто посмотреть могу. Ирен уже не очень настроен. Итан. S2. Да он жив. Okay. Мне кажется, он жив. S2. Я приблизительно понял. Ух ты, блин. Нифига она мне руку сжала. Пипец. Слушай, а это вроде где-то рядом. Ты же вспоминаешь чат, когда со мной сидишь. А, вот, слушай, кто-то ищет. А, это просто из экипажа кто-то. Хорошо. О! Давай здесь будет отмычка. Здесь ничего не будет. Как замечательно. Здесь будет порох. Слушай, а может ты порох занюхаешь, а? Подожгешь себя и будешь такая, я пороховичка. Такой шкафчик увидеть, еще надо суметь. Как тут много путей. Кают капитан. Капитан. Вот это мне нужно. Вот это мне тоже пригодится. Мне нужно это. Ну, разнеси. Ну, как-нибудь, ну, пожалуйста. Пистолет, пулемет и бомба. Мне это нужно. Ну, наверное, все-таки приду сюда. И все. Все получится. Так, это я могу раздвинуть. Конечно, раздвину. Но вдруг мне придется быстро прыгать. Угу.
Не. Подожди. Здесь я был? Здесь я не был. Здесь я был. Извините. О! О! Трава. Потом, может, сделаем аптечку из этого. Бомба. Мне кажется, вот это здесь все можно подорвать. Но я могу ошибиться. Так бы вообще баллоны должны взрываться, по идее. Значит, как-то так стрёмно их туда кидать. Мус, ты здесь? Слушай, а мус-то слинял. Мус! Мус, мне нужна помощь. Так, подожди, подожди, подожди. В лифте же что-то можно было сделать. Где-то там что-то можно было закрутить. Взрывай, да? Понял. Я ж не просру. Взрывчатку-то. Тут. Во. Хорошо. Где ты там? Двоечка. Бутс. Не, ну на этот взрыв я хочу посмотреть. Не понял. Не понял. Оно не работает. Поэтому я полез наверх. Спасибо, Мус. Спасибо. Всегда надеюсь, что можно на тебя положиться. Планы срабатывают. Ну, крах просто. Ich bin krachen. Теперь мне вниз нужен. Еее. Слушай, а как я там в лифт попал? Я не помню. Я как-то в лифт залез. А как, не помню. Рад был помочь. Спасибо. Собственно. Как-то в лифт я залез там. А как я так залез в лифт? Слушай. Я был ниже. Как я был ниже? Может, кавабанга сделать? Я умру, наверное. Я, наверное, умру от этого. Ладно. Слушай, я потерялся. А как я вниз спускался? Может, я не спускался вниз? Давай, кавабанга. Жива. Нифига ты просто, не знаю, паркур 10 лет. Вот это, похоже, можно открыть. Замечательно. Дюделька в дюдельку. Ой, какой блюр. Какой красивый блюр. Да я не знаю, как будто я паркуром занимался. Луис, кабель накрылся. У нас был кабель на заме... Там кто-то шлепает. Че шлепаешь? А, можно туда, походу, да? Можно туда. Секундочку. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попросить кабель доктора Уолдела. Уолдела. Мне срочно надо во второе машиноотделение, но для этого надо сначала починить эту штуку. Дуэйн. Ну, починить лифт. Ха. 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 О, нож. Я же говорил. Не, ну это понятно. Это хорошо. Это я вот так вот сменю. Я уж привык на единичку ножик брать. Эники, беники, ели, вареники. Значит, пойдем сюда. Раз на раз давай. В глазик еще как тыкну. Махать в голову. А у нее рук нет. Она может укусать меня. И то не может. Тупая. Ну умрешь ты. Да умру. Умру. Убью. Е. Этот файт победил. Даже не пострадал, а? А, у меня часов нет. Мне не показывается мое здоровье. Ого. То, что нужно. Поищите Итана. Не-не-не. Старое сохранение. Ну ладно. Будем на лимузине, как все. Нифига себе, блатные. Давай монетку буду таскать. Говорят, повышает боевую способность. Во! Это мне нужно. Пульки. Хорошо. Отдел. Это я читал. Это я читал. А записка, прикинь, она не это, не того. Пока часов нет, ты бессмертен.
Нет, что-то мне кажется, это ты зря говоришь. Мне кажется, я не бессмертен. Просто часов нет, уровень здоровья не показывается. Я не думаю, что я бессмертен. Хотя... Не отпер. Ага, это я могу по лестнице вверх шагать. Какой огромный корабль. Так, а я что подобрал? Коррозионное вещество. Хорошо. А тут его можно применить. Нет, нельзя. Ой-ой-ой! Так, тихо. Тихо. Это вынужденные меры. Мне вчера было 16 лет вроде, сегодня уже 23. Вчера вообще только родился. Так, рвоты нет. Здесь есть какая-то палка. Блин, мус. Я как знал. Все-таки стоило довериться себе. Патрон для пулемета, хорошо. Но мне нужен ключ. Наверное, сюда с пистолетом-пулеметом нужно было приходить. Но это не точно. Так, вот эта дверь была заперта. Порох, молодец, что это есть. Ну, должна быть где-то лежать отмычка. О! Нифига, в диване? Не получается открыть. О, как жалко. Что-то как-то поворочить их надо. Нифига. И как понять? Подожди. Их все... А, во, вот так, понял. Это вот так вот. Да вообще не почувствовал. Изи. Просто. Головоломщик уровень. Бог. Бог. Через Х, через Х. У нас еще есть путь в далекие края. Вниз, да, и вверх. Так что давай вверх. Посмотрим, если тут можно, конечно, пройти. У меня есть коррозионное вещество. Его на что-то можно потратить. Так что это хорошо. Вот тут я был. А вот там вот, значит, я тоже был. Или это я в своей галлюцинации был. А, понял. Значит, я там не был. Или все-таки был. Я не помню. Был. Я здесь видосик смотрел. Надо вниз. Вот опять начинается этот беготня. Короче, не знаешь, куда идти тебе. Миллиард путей сделали. А, Скарт, куда хочешь, туда иди. Но я теряюсь в таких больших пространствах. Ох. Потому что мне кажется, я не убью так. Она злая. Жив цел орел, ничего не вижу. Фига, она быстро меня убивает, блин, пипец. Тут, наверное, пистолет-пулемет нужно уже. Это ж мне сейчас что проделать? Весь путь проделать, наверное. Пипец, она так быстро меня сожрала. Даже не ожидал такого. А, Скар, ты пришел сюда, да? Молодец, давай умрешь. Вообще, напрыгнула так быстро на меня. Ладно, что я там делал? Я не помню, что я делал. Коррозионное вещество я еще не получил. Отпер. Теперь я могу здесь быть. Так, хорошо. Там вот что-то горит. Этого вроде не было. Привет, Чупакабра. Нет, подожди. Вот здесь вот. Здесь вот я махался. Нет, ты здесь не махался, я здесь не махался, я здесь стрелялся. Тихо. Тихо. Ты не шибуши особо. Мертво. Здесь трава, что ли, лежала? Здесь что-то лежало. На пистолетной пульке. Ну, Чупакабра, мы немного продвинулись. Немного, да. Но это ненадолго. Мы сейчас опять здесь застрянем. Так, вот эта картина на место. Вот это как там было? Сегодня пройдем. Ну, посмотрим, как получится. Надеюсь, что
что пройдем. Я не думаю, что тут много осталось. Так, это все давай. Хорошо. А это на нем бомбу применю. А нафиг она мне еще нужна? Во, та штука слишком быстрая для меня. Потом я ее взорву. Давай вниз. И вернулся. Ну, хотя бы так. Тебе на работу насколько? Насколько? Скажи, кого ты не работаешь? Потому что я в ночь. Я просто давно не узнал, как у тебя дела. Потому что я говорю, у меня теперь график дебильнейший. Я то в ночь, то с утра. То в ночь, то с утра. Но зато хорошо, 2 в 2. Вот сегодня второй день в ночь. Спокойно. Хуер не работаешь. Да вот, что-то резидентик вышел. Что-то не хочется работать. Так. Я крив. Вообще не умею стрелять. Он мне по утрам не работает. Там по утрам не работает. Хм. Не надо. Не надо, тебе говорят, блин. Печь. Коррозийное вещество. Быстрее, иначе сожрет меня. Да ну не знаю, как дева. Дева у меня хорошо. Во, теперь я могу носить еще больше. Только мне носить-то нечего. У меня есть пистолет для пулемета. Пистолеты для пулемета есть. Но самого пулемета нет. Слышишь, ты? Сюда иди. Ты. Тебе говорят, жопа. Покойся с миром, собака. Тут у нас чё? Мы же с такой бомбой бегаю, как дурак вообще ошпаренный. Мне нужно ключ капитанский найти, это я читал. А где найти капитанский ключ? У тебя нет ключа, мистер? Мистер Жилет. Мистер Жилет не дает мне ключ. Жалко. А к стене могу прикрепить? Не могу. Передак бомбанул. Нормально. Это я все тут был. Так я ж тут бегал, слушай. Это самый первый этаж. Подняться? Могу подняться. Но зачем? Так. Все, что мне нужно, это ключ найти. Пистолет, пулемет. Давай сохранюсь. Может, поможет. Короче, скажет, ну через 5 тебя кину. Блин, надеюсь, не через бедро. Ну, хотя бы так. Куда собрался? Не понял. Мы не поняли. Предохранитель-то мне и нужен. Через бедро. Моя штичка. В смысле твоя? Так, вот тут можно вставить предохранитель. А нафига? Не, секундочку. А если я вставлю здесь? Здесь будет свет, да? Не. Не пойдет. В лифт. Перед выбором укола бабе нужно было сохраниться, чтобы пройти в двух вариантах. А я не помню, я вроде сохранился, но у меня там сейвы друг на друге, короче. Поэтому это бесполезно вообще для меня. Оп, я тоже пойду. Ну, в смысле? Вот эта дверь мне не нужна. Мне ключ нужен. Все, что мне нужно, ключ. Ладно, давай наверх. Предохранитель мне. Подожди, мне же в лифт нужно. Предохранитель у меня есть. Так, а это что, не лифт? Это лифт. Это не тот лифт, да? Нет, это тот лифт. Так, предохранитель. Держи.
Теперь не хватает одного проводка. Вообще, я посмотрел прохождение ВЛГ, потом у Драмыч. А, вообще, сильно. Блин, я думал, ты помогать будешь мне. Я к Лине. Ну, в смысле? Так, коррозийное вещество. Нужно найти места, где можно его применить. А нельзя его применить в капитанской будке? Не, ну я ж чё, лысый, что ли? Я применил. Применил, посмотрел, что там было. Нет, это мне не сюда. Куда мне там? Диспетчерская. Вот это что такое? Металлический замок. Нет, нет, нет. Слушай, тогда не сюда. Магнитофон. Я потерялся. Ладно, давай бегать как дурак. Давай бегать как дурак и искать здесь какие-то, не знаю, пути, что ли. Содержимое кто-то забрал. Никакой двери нет. Блин, блинский. Скажи, что ты мертва. Фу. Я думал, ты жива осталась. Не, блин. Не в мою смену, дружище. А чё у нас тут? Дверь не открываешься, красиво. Я надеюсь, я вообще... А, не, в другое место пришел. Думал, шорткат какой-то открыл. Капец, какой огромный корабль, а. Чё у меня по аптечкам? Есть. Пока применять не хочу. Пока вроде жив-здоров. Немножко коцнули, конечно. Но терпимо, терпимо. Туалеты, блин. Ключик, давай ты будешь здесь лежать. О! Это хорошо. Это я сейчас пульки смогу скрафтить. Но зачем мне пульки? Там пистолет-пулемет ждет меня. Куда еще могу пойти? О, коррозионное вещество. Считай, не потратил. Блин, 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 блин. Плохо. Мать твою, там какой-то хардбас какой-то идет. Давай улучшенные. И обычные. Япона мать, ты что делаешь-то? Надо бежать нужно. Нет, его убить надо. Это не вариант бежать от него. Так, 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 так. Блюй куда-нибудь в себя. У меня еще есть пульки. Одна. Г. Я должен как-то уничтожить его. Как? Тихо, тихо. Умри. Паджик. Тут пес, а? Вот пес. Давай сюда свою веревочку. Хотя можно было убежать, наверное. Да я бы, наверное, не успел. Слой кабель. Отлично. Но я не нашел. Я так и не взял пистолет-пулемет. Он мне нужен. Блин, это что, бомба была? Ну, пипец. Можно было с бомбы подорвать. Ёкарный бабай. Блин, Мус, ты еще здесь? Ты не знаешь, как взять пистолет-пулемет? Он мне нужен, ну я капец как нужен. Я даже приблизительно помню, как к нему идти. Но он закрыт ключом. А ключа я так и не нашел. Можете растворить коррозионным веществом. А почему нет? А замок там вроде приблизительно такой же. Он замок, замок, он один замок. Может, вот это еще можно растворить? Здесь нельзя это использовать. Блин, ты чего убежаешь-то? Только отмычка, да? Ладно. Ну, побегли. Слушай, а где он был? Я забыл. Я забыл. Где-то был. Вот тут. Давай сохранюсь. Три головы там искал по сейвам. Не-не-не. Побегли. Это выше было, да? А выше я не пройду никак. Выше мне там нужно через вот эту дверь пройти, а как я не помню, как ты там проходил. Через лифт, если не ошибаюсь. Так что давай попробую. Я хочу и пистолет поменять. У меня вообще здесь син пригодится, у меня аж пуль вон там, 130 к нему. Ха.
Это обязательная штука. Вроде вверх на лес. На лес вверх. Вверх на лес. Залез наверх. Только я так мог оговориться. Сложно лезть, сложно. Хотя все-таки тебя покоцали так нехило, слоняешься. Знаешь, сложно тебе. Женщина. Оп, 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 оп. Бум. Ну, пойду я. Пока. Слушай, а вы с Вейлансом похожи. Он тоже пишет пока. Давай, Линдера. Счастливо. Забавно. Так. Оно было где-то здесь. Кают капитана. Она вот. Давай ты разъешься, ну, пал. А стрелять-то чем? Стрелять-то нечем, блин. Мама, 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 мама. Умри. Мертва. Блин, ну ключик. А там еще и бомба. Ну ключик. Ну ё-моё. Но мне нужен. Где взять ключик? Да я не могу просто взять и оставить этот. Давай еще раз применю. Ну пипец. Ну нельзя так жестоко обращаться с игроками. Вот ствол, но ты его не получишь. Ну блин. Либо отмычка нужна, либо ключ нужен. Не разъедает, не разъедает, не работает. Так, а тут все двери. Тут все двери. Закрыты, открыты, да? Да, тут все нормально, тут больше ничего нет. Блин, жалко-то как. Я думаю, ключ у капитана должен быть. Угу. А капитан... Капитан, where are you? Подожди, я видел какого-то чувака. Через проволоку попробую. Через проволоку просто. Не, ну и что, я лысый, что ли? Может, чего нет? Бутылка. Ладно, где капитан? Если бы я был капитаном. Мостик. Нет, тут я не помню, чтобы трупы были. Давай вниз. Пипец, с такого расстояния спрыгивает и жива остается. Может быть, ключ выше по лифту есть? Может быть. Но лифт надо починить. Сейчас еще посмотрю. А тут есть ящик, тут есть сохранение. Там вот двери какие-то закрытые. Вот. Мы их откроем. Мне просто некуда тратить еще вот это коррозионное вещество, пусть будет. Раз разработчики сделали такую вещь, значит, можно... О! Как же это хорошо. Ты же можешь его починить. Да, могу, могу. Кстати, у лифта осталось починить. Да все, вот этот кабель. Впихнуть и все. Но не все так просто. Ключик найден, но есть еще двери. Блин, чуть не сдох, чуть не сдох, чуть не сдох, чуть не... Бечь, 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 бечь. В лифт, лифт. Потом убью его, потом. Ну ты жопа. Лифт сейчас будет починен. Все нормально. Я просто хочу пистолет-пулемет взять. Без него никак. Лезь. Благодарю. Кают капитана. Ты здесь? И здесь. А где? Я забыл. Выше, наверное. Выше, наверное, да. На четвертом этаже. Ладно. Блин, нифига себе, 30 минут прохожу такую дичь. Ну, больше, конечно, да, но так ощущение, как будто намного больше. Интересно, а квас там тоже начал проходить сейчас? О, кажись, вот сюда. Кают капитана, да. Замечательно. Ну что, капитан, вы пригодились мне. А вот я мог пропустить вот это. Я думаю, не один мог пропустить бы вот это. Е-бой. Пистолет-пулемет, который называется пулемет. На этом же моменте сейчас.
А, вон ну как. Так, ну все. Че, чиним лифт. Больше-то мне ничего не нужно. Лифт. Десантируйся. Джеронима. Жива, цела орла. Орлиха. Ух. Кабель. Получи. Это мне что, сейчас этаж выбирать нужно будет? А ну какой? Люль. Так, S2, S2, помню, помню. Итан там был. Итана надо спасти. Муж-то вздыхает там. Муж, наверное, заражен сейчас будет. Здесь-то я не был. Блин, долбанная девчонка. Пуль нет. Бомбы есть. Мне не нравится такая тревожная музыка. Ну, сыворотку для этого надо. Да, где бы взять-то? Так, смотри, у меня два сильных эпоксида есть. Я могу одну аптечку сделать. Один на что-нибудь другое потрачу. Это обязательно. Мертв? В смысле ты не мертв? Ты охренел, что ли? Блин, я еще не сохранился. Ну ладно, здесь где-то будет здесь. Здесь где-то будет здесь. Ага. Здесь где-то будет сохранение. Блин, это жалко, что я не сохранился. Пистолетный патрон. О, давай. Бомба. Бомбу утратить, они хорошие. Пули только это. В крайнем случае. Кажись, она разлетелась в щи. Минус рука. Не, нормально. Погрызли. А, цела. Тут нет никаких приколюх, что они взрываются. Слушай, меня вообще снаряжают по полной. Теперь не сытно. Похоже. Смотри, слушай, как много дает. Ты смотри, слушай. Чё ты вообще потек? Ну, говорю, как идиот. Похоже, я заразился этим вирусом. Идиотизмом. А тут есть еще куда-нибудь? Есть. Но нет, я иду все правильно. Блин, пипец. Это надо же так столько пуль давать, а? Может, они рассчитывают на то, что я, типа, дебил, не смог их найти. Жирный? Рукастый, да? Аккуратней. Так, я смотрю, слушаю. Тогда ладно. Тогда все нормально. Тихо. Ты не подпускаешь, что ли, к себе? Неприкосновенный? Скар. Когда это я писал пока? Всю жизнь. Уничтожить, убить. Колян только так пишет. Тут я эти зубы видел тебя. Я поэтому запомнил. Умри, пожалуйста. Че за клевета? Бунт. Ну хватит жрать ты меня. Я жив. Ты мертво там? Нет, мертво. Я теперь понял, чего пульки давали. Трава. Слушай, еще нужна аптечка. Без аптечки никуда. Это все время, пока-пока. Блин, ну не знаю, мне казалось, что ты тоже писал так. Ладно, ладно, клевета так клевета. Не буду идти против вас. Хорошо. О, подожди. А, на четверочку. Мне теперь жена предъявляет. Все. Что я так пишу? Просто я думал. Да я же знаю тебя, алло. Все, уже до свидания. Монетки. И туну сейчас стволы купим. На. Так, вот сюда можно туда. Эники, беники, ели вареники. Но я хочу по порядку идти, так что. Потом. Подождешь. Ждет она меня там.
Смог. Е-бой. Я теперь гранатометчик. Ты хорошо себя чувствуешь? Мать инстинкта. Давай, сюда. Убью, сука. Сдетонирую. Итан. You alright? Итан. Все, что ли? Да мы поговорим. Итан? А кто сказал Итан? What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite. No my boy. Я это бред, наверное, какой-то. Or even Zoe here. That girl Evelyn. She did this. What the hell is she? Now what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her. Я busted out tank in the bayou. Слушай, все сходится ведь. Everything changed after that. Это правда, походу. She infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just. Ладно, скажи, я тебе. Я привык к этому. She pulls away into your mind, your soul. You can't fight back. Не, ну ты хоть заходи почаще, Уиланс, Юна. Все-таки приятно видеть. Так сказал, что мне аж грустно стало. А тут ты, смотрю, забываешь. Мы без Вейланса не можем. Капец, это все Эвелина. Это все она. Мелкая девочка. Блин, вот на самом деле, вот единственный, кто из этой семьи мне нравился, это вот этот дед. Хоть он и охотился за мной, но мне нравился. Ломай. 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 Упал. Понял, принял. Освободим ее семью. Блин, даже приятно было видеть его таким грустным. Ба. Ну почему я не вижу со стороны Мии себя? Хочу посмотреть, как Итан выглядит. А ты? Зачем? А, она подчиняет? Итан просто нас так уроет. Блин, дай стволы-то. Мия! No! Блин, Мия. Твою мать, это все она была. Я думал, просто на них, на всех вирус какой-то нашел. Но нет, это она привела весь вирус, и они нормальные. То есть вся эта семья нормальная, но вот этот вирус подчинил их разум. И они абсолютно теперь стали неадекватны. Хотят меня убить. Блин. Это на самом деле вообще как-то прям минус шаблон. Теперь мне нужно убить ее. Но я все равно не сильно понял, как тогда с Мия связано. А, Мия связана в том, что она... Понял, понял, она же была на корабле. Поэтому починили разум, нашли ее. Блин, это, конечно, все фигово. У меня хоть есть что-нибудь? У меня опять какая-то бутылочка есть. С образцом ткани... А, вот, ткани Эвелины. Понятно, понятно.
Да ладно. Слушай, у меня нет ни оружия, ничего. Единственное, что я могу делать сейчас, это бежать. Лес, блин, мне солнце отсвечивает, пипец. Секундочку, дай-ка я себе закрою окно. Тут что-то я вообще ни хера не вижу. Во, так будет лучше. О, лес хотя бы видно. Это все желтое. Убить девчонку? Да как я убью-то? Ну вот эти ткани нужно как-то использовать, наверное. Против нее. Пипец, слушай, это жутко. В таком лесу. Она сейчас будет смеяться. Блин, ненавижу маленьких девочек просто. Таких вот больных. Вот если в хорроре маленькая девочка, все. Панический страх. Слушай, ну здесь так красиво. Да. Ну, всего лишь затонувший танкер. А это что такое? А вот это мне, кстати, Резидент 5 напоминает. Там приблизительно похожие такие же штуки были. Вот эти вот штуки. Надо был левел перенести. Вот, кстати, Вейланс, я не понимаю, ты единственный, кто понял, как левел переносить. Блуди тоже хотел перенести, но он не понял, как это делать. А я объяснить не знаю. Я без понятия. Вот. Так что, если что, был бы доброжелателен, если ты понял, если ты написал бы, как правильно уровень переносить, то люди спрашивают, а я не знаю. Чем-то Фир, например, тоже маленькая девочка была. Да, Фир, да-да-да, тоже. Там была такая же маленькая девочка, у-у, блин. Но Фир как-то прикольный был. Я, по-моему, проходил все части, она мне очень сильно понравилась. 18 февраля 1892 года. В шахте Паттерсона произошел обвал. Туан и Бекфорд погибли, а Хаксли на всю жизнь останется инвалидом. Старик Стэн был прав, грунт слишком нестабильный. 19 февраля. Компания не собирается прислать никого на замену. Вместо этого от нас требуют работы две смены. Я жду не дождусь, когда вернусь в родные края. Кому объяснить-то? Ну пусть пишет в личку. Ну хорошо, Блуди хотел. Я ему если что напишу. Скажу, что он к тебе обратился. Слушай, а вот эта фоточка была в демке. Они следят за нами с вертолета. Да-да, вот эта фоточка была в демке, точно помню. Запись? Не знаю, провели, но... Фир, отличный игрок, твой шутим. Да, мне тоже понравилось. О, слушай, сейчас подкрепление придет. Ага. Люди знают про это. Дичь. Так, а вот и прокачка. Мия, ты мои монетки! Мия! А, во, вы забрали вещь, Мия. Давай сюда. Все. Все. Давай их все сюда. Давай их сюда все. Где пистолет? Судно, болото, лаборатория. А это что такое делает? Пять. Что, дубанулся, что ли? Стабилизатор. Перезарядка навсегда ускорена. Не-не-не. Во. Сильно дачно, большой наносим урон. Все. Особенно вездемет. Там был крут. Вот это я не помню. А у меня же какие-то пули есть. Сейчас мы получим пистолетик. У меня, кстати, пульки для него есть. Он вроде как убийственный очень сильно. Наконец-то. Но ты тоже ждал, Чупакабра. Кто-то его раньше, конечно, получил, но я просто не доглядел все монетки. 44 маг. Нифига. Слушай, он видно, что он убийственный. Давай, сохраняшку. Тут еще голову ищу. Нормально. Второй раз? Не знаю. Наверное, я буду второй раз перепроходить ее. Так, порох. Что-то монета инстинкта. Значит, патроны. Только 6. Блин, я думаю, там десятка хотя бы есть. Сломанный ремкомплект. Можно починить, но я не хочу ничего чинить. Мне и так нормально. Так, горелка. Давай. Дробовик. Давай. Гранатомет тоже пойдет. Это тоже. Сильная аптечка. Пистолетный патрон. А слушай, для этого пистолет нельзя? Пистолет Гитлера какой-то. Ну... Да, немецкий такой, похож. Нож. Пистолетный патрон, отмычка. Слушай, ну снаряжайся по полной. Пистолет МПМ. Пистолет для пулемета.
А, тогда я... Чё уберу-то? Вот эту штуку беру, она мне не нужна. И топливо. До свидания. Возьму лучше автоматик. Дистанционная бомба. Слушай, можно снарядиться по полной вообще. Патрон для пулемета на всякий нож, универсальный нож. Возьму. Хотя, да, возьму. Бомбы пусть будут. Слушай, что мне это взять? Пистолет такой. 6 пуль, это будет мало. Как он заряжается вообще? 7, да? Блин, он занимает очень много. Давай возьму на всякий случай пистолет еще с собой. Обычный. Я, правда, не знаю, какой лучше. Возьму Глочанский. И пульки для него. 30. Да, вот так вот сделаем. Можно снарядить отряд. Можно снарядить отряд? Да ладно, нифига себе, это обязательно это дело. Так, пульки, отмычка. Может, отмычку стоит выбросить и взять с собой пуль побольше? Я думаю, да. Нафиг мне отмычка. Ну да, я что-нибудь открою. Ну, так возьму лучше. А, так я лучше аптечку возьму. Вот так будет получше. Это снарядено. Тут все вроде как есть. Все, я готов. Блин, нифига мне столько дали всего. Давай еще раз сохранюсь, чтобы потом все это 50 раз не забирать. О. Так, что у меня тут? Дробовик? Нет, давай у меня пистолет будет на единичку. Так вот, пистолет, дробовик, гранатомет и вот эта херня. Пистолет, наверное. Не, возьму пока что пистолет такой обычный. Тут если боссик не будет, тогда да, пойдем на него с таким пистолетом. Слушай, вооружен, пипец, а. Куда ты все, что подберешь, будешь ложить? Хе. А я буду что-то подбирать? Вот, кстати, загадка. Я думаю, стоит гранатомет тогда выложить. Надо, надо. Чупакабра прав. В предыдущий раз у меня были огромные проблемы с этим. Мне кажется, пистолет точно такой же, как гранатомет. Не знаю почему. Давай, до свидания. Пусть у меня будет пистолет. Вот так вот, три ячейки. Тогда можно отмычку взять. Ну, пригодится, пригодится. Или пистолетные пульки. Ай, соблазн, соблазн. Давай вот так вот. Если что, что-нибудь выброшу. Можно еще бомбочки, кстати. Вместо чего? Вместо вот этого пистолета. Пистолет оставим на какой-нибудь жесткого. Так вот. Так, бомбочку заминировал. Буц. Убил. Сейчас, наверное, очень много монстров будет. Готовы супостаты. Не та волына. Пистолет как гранатомет. Не, ну типа такой же убийственный. Блин, как дробовик офигенно стреляет, а. Вплотную это просто средство массового уничтожения. Я убил двоих, но что-то там. Есть ачивка в стиме такая. Несколько? Вроде один. Офигенно стреляю. Нет, их двое все-таки. Но вы умрете сегодня, нет? Уже бесите. Зря пульки только потратил. Можно было их собрать в одну точку. Потом бабахать их. О, ящик, ножик есть, ножик есть. Оба. Я надеюсь, он не взрывной. Лукас там не оставил мне приколюхи. Прибил всю семью, кто о бабке позаботится. А, сама там как-нибудь выживет. Она пожила, опыт есть. Справится, старуха, справится. Так, ну давай. Лифт. Кстати, Максан говорил, что под конец игра превращается в какой-то шутан. Ну, не знаю, действительно. Но мне нравится, мне нравится. То есть ты полностью вооружен, там, смотрите, сколько вообще у меня пуль есть, сколько на дробовик. Есть очень много всего. Нужно будет, когда второй раз перепроходить буду, пистолет какой-нибудь починить. Или двустволку, слушай. Что-то темно. Хотя ненормально. Бункер. Бункер. Фига, это уже отласт какой-то. В конце игры страх пропадает. Ну, все-таки резидент. Почему нельзя нож привязать к дробашу? Кстати, да. Обмотал там изоленты какой-нибудь.
Блин. Ты просто идешь и стреляешь. Но мне, кстати, нравится здесь шутерная составляющая. Приятно. Лукас! Лукас жив. Мне кажется, здесь с ящиками та же проблема будет. Раз ловушки стоят, то тут такая же. А кто ему на степлеру руку прибил? Вот это, кстати, осталось неясным. Ну, скорее всего, бейкеры. То есть семья. Блин. Хорошо взорвался. Жив, что ли? Фига. Ты жив? Умри. Шрамирование. Да блин, не тот ствол. Как же он много в себя впитал-то, а? Ты жив? Что ты за черт? На. Боюсь к нему подходить. Зацепит еще, блин. Пол хп как снимет. Так, а вот тут ничего нельзя сделать. Там ящик я видел. Вроде как нет. Нет, показалось. О, жабка. Медил. Шрамирование. Нормально. Татух нет. Вот, шрамирование. Блин, ну рука, конечно, да. Выглядит так. Как потом я вот с полицейским разговаривать буду? А, ну мне там руку отрубили. Вот, приделали обратно. Как видишь, я еще жив. Но это недолго, да? Так, дробовик мне на двоечку. А тут ничего нет. О! Для МАК 44. Хорошо. Половину всех боеприпасов на усадил. Да вообще пипец. Слишком много впитал. Не знаю, каким макаром ты остался жив. И каким макаром он остался жив. Давай-давай, еще раз кусни. Что такое вообще? Как это было, просто объясни мне. Дробовик стал хуже? Дробовик не убивает вплотную ваншотом? Офигенно. Ай, какая же ты дичь сейчас просто произошла. Меня разорвали, непонятно как нахер. Ну ладно. Здорово, блуди. Всю заново. Так, секундочку. Ну, я прям под тобой. Скоро может быть опасный момент, где тебя могут спойлернуть самый финал. Блин. Тогда мне нужен модер. Поэтому, Максан, примем кратковременные меры. Давай сделаем тебя человеком важным. Вот. Я бы также сделал муза, но муз с планшета, насколько я знаю. Максан, доверюсь тебе. Ты сегодня у нас шериф. Ты сможешь в игру пойти? Я не знаю, я не знаю. Может, не хотелось. Кто спойлерит? В смысле, Вейланс? Я думал, ты уйдешь. Пожеру, блин. Я думал, Вейланса нет. Вейланс здесь. Мертвы не. Мертвые. Что-то еще булькает. Пожиру. Ну, пожирую, порежу, в принципе. Ладно. О, тихо. Чуть не нарвался. Я на двух стримах. Все слышу. Ну, ты сказал, я кидаю тебя. И пошел. Сейчас бы влетел. Что за нах? Возможно. Так, ну... Два все-таки лучше, чем один, да? Я помню у вас, твари. Вы сейчас придете. Но я готов. Мысли нет места. Смысле нет места. Смысле нет места. Я же тот раз подобрал ее. Ладно. Давай бомбочки-то возьмем. Сейчас бомбочки все потратим.
Хорошо летят парни. Вообще хорошо. В смысле 67 недель? Это другой бот. И он показывает неделями. Блин, не нужна. Ты сейчас травку взял. А, если я только травку взял. Эпоксида у меня нет. Я, наверное, аптечку там применил где-то. Блин, мне нужна эта пулька. А, она отдельно. Норм какой-то ньюфак. Нифига себе ньюфак, это ты зря. Но я ненадолго, думаю. Хотя, если Максан... Максан чуть ли не каждый стрим смотрит, поэтому... Но это кратковременные меры, чтобы антиспойлер-система. Поэтому я в чат буду чуть поменьше смотреть. Сейчас зайдет какой-нибудь, о-ло-ло. Вот концовка, Итан сдохнет. Я такой, ну ёп. Наверное, что-то с тележкой можно сделать. Ну да. Давай. Не. Буэна сработала. Ура, драк за модрику. Вообще не говори. Да я не знаю, ну смысл от этой модрики? Вам охота вот этот каждый раз приходить на стрим, там, следить. Какие-нибудь дискарды спалили. Блин, пульку жалко, конечно. Пулька-то нужна. А что можно выбросить? Две пульки. Блин, та пулька хороша. Давай выброшу. Хотя не, я сейчас побегаю здесь. Побегаю. Не-не-не, я лучше их выброшу. Та пулька очень хороша. Хотя хер с ней. Одна. Вот если бы было несколько, тогда бы да. Ранний факт. Не. Топ. Это ловушка. Это похоже сильно ловушка была. Я теперь не доверяю ящикам, раз тут ловушки есть. Наверняка еще и дичь какая-нибудь расставлена. Так, у меня теперь ячейка свободна. Нет, у меня все еще не свободная ячейка. Ну ладно, фиг с этой пулькой. Значит, не твоя очередь. О, вот как знал. Вот как знал просто. Где Umbrella? Юма, травы. Эпоксид есть? Секундочку. Тут что-то должно быть лежать. Блин, стероиды. А нет ящика никакого. Блин, мне стероиды нужны. А выбросить нечего. Бомбочку можно. Либо вернуться потом обратно сюда. Давай, что за видосы? А, сообщение. Ребята, благодаря вам меня уже неделю как не беспокоит... Благодаря вам меня уже неделя как не беспокоит странные мысли. Теперь все нормально. Она до сих пор думает, что провела меня. Уж постарайтесь исправить это недоразумение. Она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупая как дитя. Однако мама пока в полной отключке. Любопытно, это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость. Результат, мягко говоря, хреновый. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной, пришлось запереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь мне ее любимица, но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина когда иногда к ней наведывается, думает, не ее мамочка. В общем, хреново у вас получилось биологическое оружие. А, биологическое оружие. Семейная держимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы добавить свою семью уродов. Похоже, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась, но мне все же... Мне все это уже порядком достало. Читаю наперед. Ведь именно мне приходится подчищать дерьмо, когда появляется кто-то новый. Кстати, Эви вроде не здоровится. Кожа у нее становится все более морщинистой, волосы сидеют. Так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Слушай, тут стероиды лежат. Мне прям вообще так офигенно. Если я мог телепортаться, я не тратил... бы время на все дерьмо. Ну, хотя да. Не, ну слоумод-то не надо ставить. Слоумод ты, Максан, зря. Ставь все как есть. Просто, если спойлер такой, хоп, а мут сразу. Не будем распределить, я думаю, не надо будет. 5 минут после введения дозы. Слушай, астероиды, они же не помогут. Они мне точно помогут, эти астероиды. Достаточно места. Бомбочка, извини. Одна, ну... Вот было бы у тебя несколько, тогда да. Астероиды нужнее. Максимальное здоровье. И сейчас мне такие шеи просто вжух в размерах. Увеличение. Ну-ка. Но оно пока не... Нет, наверное, изображается как... Понимаю, астероиды.
Астероиды тоже было неплохо. В данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерии, обитающей в объектах серии Иена. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом, прежде чем работать с боевыми агентами серии Иена, далее именуем его как плесень. Первоначальное заражение. Плесень питается веществами зараженного хозяина и растет, постепенно захватывая все клетки. То есть рассказывается, как человек становится вот этим диким. Один из побочных эффектов – чрезвычайно высокие регенеративные способности. Бомбу возьми обратно. Если ты выбрасываешь предмет, его потом не взять. Не взять. Не взять, да. В ходе экспериментов мы ампутировали подобных руки и ноги, а им 2 защиты минуты проживить ампутированные конечности обратно. Вот, блин, пипец, а. Промежуточная стадия. Когда плесень достигает мозга, мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии Е. Субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации. Вскоре он попадает под полный контроль агента серии Е. Если не остановить процесс, субъект полностью теряет свое «я». Последняя стадия. После того, как плесень распространяется на все клетки организма, субъект начинает терять человеческий облик. Физические изменения разнятся. От случая к случаю, но в результате субъект приобретает огромную физическую силу. Содержать субъект, достичь стадии, чрезвычайно трудно. Точно? Да. Если ты выбросил, нельзя подобрать. Предмет, выбросившийся однажды, закрыт навсегда. Некротоксин Е, испытание для подбора дозы серии Е. Токсин Е, испытание для подбора... Нет, подожди. Здесь мы после введения дозы смерть. Пипец, здесь эксперименты, походу, ставили. Походу, все отсюда пошло, не? Target acquired. Что происходит? Я вирус уничтожил, да? Сыворотка. Еще одна сыворотка. Для Мии. Или для меня. Что-то упало, то пропало, короче. Ну да. Некротоксин Е разрушает клетки объекта, созданных на основе... Ну, понятно, вирус. Короче, да. Это противоядие, я так понимаю. Ой, так много читать. Блин, ну тут рассказывают, как, короче, становится вот этим монстром. Я вроде так уже прочитал. Я не думаю, что это по второму разу. Вот так вот просто читкать вот эти вот будет интересно. Эвелин тоже способна формировать. Ну, понятно, понятно. Короче, это вирус. Вот самое интересное была вот та записка. Как человек превращается вообще в такого. Если ты себя копишь, то рука отвалится. Так, смотри, тут еще что-то есть. Нажигать боеприпасы. Гранатомет у меня нет. Поэтому боеприпас оставлю. Да, боеприпас оставлю. С собой ничего брать не буду, пусть как свободный слот будет. Хотя можно было бы взять... Нет, гранатомета я не взял бы. Можно выложить вообще, но я думаю так, в принципе, оставлю. Мне нормально. Сохранюсь, если что, вернусь. Так, найди 3 собачьи, давай. Если что, вернусь и... Все там сделаю по красоте. Хотя можно было бомбочку-то впендюрить. Или пистолет все-таки. А, я пистолет не могу поставить, да? Ну, блин. Пойду его принесу пока. ФК пару минут, хорошо. О, улучшенный пистолет на патроны. Ну, с пистолета теперь вообще как черт могу стрелять, да? Эта дверь слишком навороченная для меня. Я не способен. Я не в достаточных полномочиях, чтобы открывать ее. Блин, бомба. Эпоксид. Эпоксид мне нужен. Давай вернемся. Оставлю отмычку. Отмычка тут, наверное, вообще не пригодится. Отмычку оставлю. Вот этот сюда. Вот так вот. Хотя ножик я, наверное, тоже сложу. Я ножом особо ничего не ковыряю. Хе-хе. Давай. Вот так вот. Слотов теперь больше будет. Скрафчу сейчас аптечку. Потому что аптечек нужны. Вот, и бомбочку возьму. Так, давай, мелкая. Во, вот так, как я и хотел. Вообще хорошо. Я ее сразу потрачу на какую-нибудь жмыха. Если получится, конечно. А тут что-то это мокренько. Псина поет.
песни мелких девочек. Слишком жутко. Сейчас она все обрушит. Но она знает то, что я убивать пошел. Да, да заряди. Ух ты, ёх ты. Это мне кажется. Что делать надо? Ну, я что-то попробовал сделать. Сзади, что ли? Нет, все нормально. Ну, такое ощущение, как будто сзади топает кто-то. Да сколько там впитывать будешь? Знаешь, что-то там чуть-чуть осталось. О, левел 61, нормально. Слава так прокачался. Так, вот теперь можно пистолет, кстати, воткнуть. Это вот если какой-то... Ну, воткни его. Если какой-то босс будет, я такой... Хова! Пау! Ваншот. Трава еще одна. Она в один слот пойдет, так что нормально. Вернее, слот занимать не будет. Блин, нифига себе, бункер какой-то. Так у него здесь вирус все-таки. Ставили эксперимент над вирусом. Скажет, там Дэн застопорился, ты не можешь... Ты не помнишь, где предохранитель для лифта? Предохранитель для лифта? Я не помню. Где-то там в какой-то комнате, вроде на четвертом этаже. Он подсвечивается зеленым. Тот мертв. Предохранитель. Где-то я его рядом брал, где воспоминания еще предохранитель можно поставить. Там такая комнатка есть. Это рядом. Провод был, где ключ, а вот предохранитель хз. Вроде на четвертом этаже где-то был. Патрон для пулемета, нормально, нормально. А, их можно было обойти, наверное. И потом в спину так, та-та-та-та-та. Я Рембо. Охеретный пистолет. Просто вообще офигительный. Привет, Оран. Или, я не знаю, как правильно. Оран или Уран. Бомбочка. Бомбочка, это хорошо. Бомбочка, это хорошо. Бомбочку куда-то запрем. Вдруг они взорвутся. А тут все хорошо будет. Блин, Вейланс теперь вообще гипергигант. Ты хочешь убить меня? Но не получится. Кажется, ее не задело. Задело тебя, не задело там, а? Воу. Успел. Дробовик-то, слушай, что делает? То ваншотит, то нет. А, это нифига. Это получается сейчас быстрее, чем Дэн прохожу. Блин, слушай, он правда говорил, что я какой-то спидранер дикий. Я не знаю, я просто слоняюсь по всему, чему можно. Как-то нахожу эти предметы. Ну и не с целью по-быстрому пройти, с целью просто пройти хотя бы. А мне, кстати, нравится. Вот сейчас такой шутанчик пошел, куча монстров. Типа Resident Evil. Хм. Тут пуль мало. Это что за херня? Две, понял. Блин, сейчас блевать начнут. Один попал. Да беги ты. Надо отступить. Взять пистолет. Ну бери. Идиот. Блин, дебил, пока возьмет вот этот. Давай, ты еще сейчас сдохни. Живы? Умри. Умри. Да пипец, я в ловушке. Я сдох. Просто сдох. Это круто придумано, конечно, вообще. Это, несомненно, офигенно. Вот этот инвентарь еще. У тебя курсор стоит на том оружии, которое тебе есть. Когда ты нажимаешь его куда-то вверх, то есть нужно тебе переназначить, ты не можешь этого сделать и умираешь из-за этого. Вообще красиво сделано. Мне очень нравится.
Поздравляю с первым левелом. На это готов теперь. Кого первым убивать? Он попал по мне, ты смотри. Я понял, наверх нужно бить. Ты посмотри на этих засранцев. Блин. Да ладно. Ой. Умри. Да сколько ты там будешь брать-то, ё-моё, а? Столько пуль в тебя фигачил же. До сих пор живой. Еще уворачивается так офигенно от моих пуль. Вроде он тоже откинулся. Жив. Естественно. Ой, красиво отошел. Блин, ты еще сдохни давай сейчас. Два жирных, это хорошо было придумано. Ты умрешь сегодня, нет, а? Ты впитывать ты будешь там уже. Никто так не впитывал. Даже тот сдох быстрее, чем ты. Это что за гигант какой-то, а? Два раз блюет. Умри ты когда-нибудь, а? Да охереть, просто сдох там, нет? Он еще жив. Блин, игра, не надо. Пошел нахер. Последняя пуля осталась. Я лучше убью тебя. Сука, это просто пипец. Тот в три раза быстрее сдох, чем этот. Это вообще обосраться. Три захода с дробовика. Два захода с дробовика принял на себя. Нормально так, нормально. Там бомб и нет толком. У меня сильные аптечки остались. Пипец. Просто пипец. Терпеть не могу этих жирных. Такие ублюдки. Я не знаю, что ты так впитывал много. Есть жмых. Жирный просто. Ну, блин, всосал все пули в себя. Еще блюет? Блин, это офигенно. А, на меня наблювали, нужно на руки посмотреть. Не, чтобы там как-то, я не знаю, подвижным быть. Там побегал, типа, чтобы охладился. Нет. Ничего нет. Пипец мне какой-то. Дикая сейчас штука реально была. Че надо? Что хотите? Выстрелить что ли нужно? Не, подожди. А, во! В бок. Аптечки маленькие потратил. Жалко, конечно. Гранатами было бы офигенно, да, разнести все. О, карта шахты. Да она мне не особо пригодится. Так, тут есть что-нибудь? Поищить сыворотку в старом доме, сделать сыворотку. Давай, вот это старая. Сейвина. Лишь так меня обгонишь. Фец. Ну, типа, да. Селач. Так, кресло бабуля. Бабуля пошла, что ли? Бабуля ходить научилась? Хорошая кукла. О! Это зачем-то нужно. Это я в дом пришел, слушай. Подожди. Подожди. Это в путь в бункер. Мы тут не были, получается. Нет, наоборот, здесь дверь была. Вот здесь было все заколочено. Е-001. Подожди. А вот эта бабка не самая заражена? Е. Вирус тоже Е назывался. 0001. Может, это типа самая первая? Не, это путь наверх, это путь в дом. А вот этот путь куда? Закрыто. Че у меня ПХП? Половина. Пока не буду применять. Аптечку маленькую сделать не могу, эпоксидник. Блин, жалко.
Вот это сволочидло просто, я не знаю. Столько пуль впитал, блин, я еще пули половину просрал. Зоя, может, ты позвонишь? Бабка первый субъект. Фига я угадал. Блин. Смотрите, Итана не показывает. То есть видно, лицо есть, но не показывает само лицо. Чё? Мать, ты долбанулась, что ли? Это спина, не. Нет, ничего. Я держу тебя на мушке. Не. С книжкой. Стой, лежит. Здесь не... ничего нет. Я тут при чем? Я тут при чем? Как? Сейчас, походу, концовка придет к тому, что я во всем виноват. А я что, я просто приехал сюда. Это ж ты заразил их. Это ж они заражены были. Я то не пойду. Во, может Дэну предохранитель возьмем, отправим ему. А то что он тут? Ха-ха. Домик. Тут где-то путь должен был быть. Чё, мне на тебя идти нужно? Давай. Сейчас превратится. Почини его. Что за херня? Фир точно так же. Да, она появлялась резко. Появлялась, ты мне некоторое время смотришь, она пропадает. Как, какого хера? Какого хера? Я что-то не очень догоняю пока, что тут происходит. Там выход. Тут лестница. Давай пойдем вверх. В демке-то ходовой момент такой был. Лестница вверх открыта. А там есть, кстати, проход. Не, подожди. А если я вниз пойду? Тут скрипт какой-то активируется. Если пойду снизу. Там выход тоже есть. И тут есть выход через дверь. Тут наверняка что-нибудь проделать можно. Нет, нельзя. Девчонка ведет. Тогда давай наверх. Ха-ха. Блин, вот фиг поймешь, куда тут идти тебе нужно. Пистолет топают этот. Но, блин, так, такие пули к нему. Дорогостоящие. Это какое-то воспоминание. То есть я вспоминаю вот это все, что было. То есть я вживую, но припоминаю то, что было. Как мы вместе отсюда пытались выйти. Но у нас не получилось. Вот здесь как будто какая-то лестница есть. Дверь не открывается. Это тоже. Да, и вот тут она разрубила все бензопилой. Потом отрубила мне... Нет, руку она отрубила мне внизу. Ведь убить нужно или что? Нет, это воспоминание. Просто она начала меня резать, и мне вроде как хуже стало. Какая-то дичь вообще лютая. Что происходит? Как я мог в этом быть замешан? Я просто приехал сюда, вирус уже здесь был. Блин, офигенный сюжет. Ты же пропадешь ведь, ты же не убьешь меня. Да, пропадает. Воспоминания, чисто воспоминания. Вот выход. Закрыто. Подожди. Выйти не могу.
А что тогда нужно? Что хотите? Ё-моё. Ну и кукла. Я бы тебя убил. Свалил бы. И что ты хочешь? Слушай, а вот призрак, который появлялся в демке, это случайно... Кто был-то? Пипец, какой-то вообще происходит, а? Я так понимаю, это мы вообще очень близко к концовке. Нет. Иди, ты чё? Мать, ты чё? Я сдохну, что ли, от этого? Блин, я думаю, я не сдохну. А хп тратилось. И чё мне делать? Может, мне в него кинуть, типа, на! В глаз. Вот этот противоядие. Хорошо. Блок поставь. А, блок типа сработает, да? Польемся. О, понеслась. Фига себе, блок работает. Ну так не в нее нужно было тратить, если... Хотя... Она в основном всю вот эту мочу завела у нас. Но бабка самый первый субъект был. Какого хера? Это постаревшая Эвелина? Блин, мне кажется, она жива. Эвелина мелкая, это типа видение все это было. То есть на самом деле вирусом была бабка. Дри, ты чё? Мать, ты чё, блин? Мать! Ты чё, удумала? Ну это, блин, мочалить нужно. Кровище брыжет. Да, мочалить нужно. Пистолет. Не. Ай. Ай. Я ничего не могу делать. Я жив вообще, не? Это все так должно быть или что-то не то пошло просто? О. Я живой. Какого хера вообще? Я ж убил тебя! Я ж вколол тебе вирус! Я не знаю, куда тебе еще шмалять. В рожу, наверное. Блин. Больно бьешь. Подожди. Секундочку, перезарядка. Только ногу не ломай, блин. На. Что ты хочешь сделать со мной? Блин, вертолеты, помогите. Мне что, тебе в щупальца стрелять? Даже стрелять не могу. Смотри, какая дичь вообще, а. А, во. Жив. Какая милая бабуля, вообще офигенно. Пистолет. Он серебряный. Он какой-то особый. Альберт. Какой-то гиперубойственный пистолет. Она заслоняется. Мне типа все в лицо это нужно выстрелить или что? И, наверное, больно.
Я ее наполовину убил. Офигенный пистолет. Мама. Тихо, тихо, тихо. Внучка, ты покушал? Когда сказал бабушке нет. Охренеть. Слоумо какой-то? Или это просто кусок так падает долго? Какого хрена? Объясни мне. Не надо сейчас говорить то, что концовка будет. Я ничего не понял. Эвелина заварила всю кашу. Хорошо. Эвелины в виде девочки не было. Это все видение Мии, я так понимаю. На самом деле была огромная вот эта бабулька, которая просто такая булька была. Убьешь меня? Сейчас такой Крис Редфилд. Кто ты? I'm Redfield. Сука. Glad we found you. The fuck took you guys so long? Редфилд, но он не похож на Криса. Это все бабка. Бабка, так понимаю, была Эвелина. И всю мешанину заварила она. Жива? Yeah. А у меня аж это осталось вроде противоядия, не? А, не, я вколол. Офигеть. Концовка. Another opens. Well, a door closed tonight. Приехал. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Да, пришлось их убить. But now Evelyn's dead. Umbrella Corporation. And these guys are here to clean up the mess. Ребята подоспели, как всегда, вовремя. Слушай, а тут концовок ведь несколько, да? Я слышал то, что концовок должно быть несколько. Это одна из концовок или... Или она общая? Хм, офигенно. Нет, еще не конец, смотри. Или это титры сейчас пойдут? Да, там все сдвигаться. Не, ну разработчики вроде говорили, типа несколько концовок будет, где-то я слышал. А, концовка за Зою, точно. А я так и думал. Не, ну не зря вот это все-таки показывает. Дичь-то. Кушай на гаши. Охерительно. Ну, не знаю. Музычка, забанят на ютубе, нахрен. Вот эти кадры я вообще не видел нигде. Ну это так, ты понимаешь, титры идут. Да. Невит, наверное, долго будет идти, хотя песенка идет почти 2 минуты. 2 минуты где-то. Блин, была Эвелина девчонкой. Она была заражена вирусом. Ее как биооружие, так понимаю, испытывали. И плыла на корабле. Не забываем, как вставлять музыку. А. И танкер пошел нахер, потому что Эвелина разбесилась. И вирус вышел на свободу. Потом ее подобрали, бейкеры. Потому что танкер был рядом. Они подобрали Эвелину. И Эвелина заразила их. Они были нормальными, но стала вот такой вот дебильной. Вся семья стала заражена. Эвелина уже была не девочкой. Там, потому что фоточки показывали же ведь. Фоточки показывали, то есть там Бейкера нашли, молодой. Они постарели. И постарела Эвелина, и превратилась вот эту бабульку. И все время-то она удерживала их. Разум, получается. Хорошо. Но я не понял, как
Эвелина попала туда. Типа они как-то нашли ее. То, что Эвелина была связана с этой... Мия, вернее. Как Мия попала туда? Вот это что-то я не понял. Игра нифига не страшная. Не, ну в некоторых моментах была, конечно. Как тебе финал? Ну, лучше, чем я представлял. Я уж там начал думать. ГГ пока горит. Что здесь вот начинается? Титры еще полчаса будут идти. Ну не знаю, игра мне понравилась, в принципе. Лицо Итана так и не станули. Да, лицо Итана так что-то не показали. Но он был похож, вот, прической на... Как его звали-то? Леона. То есть прической, да, такие волосы, такие объемные. Но не показали этого Итана. А кто знает, а может Леон? Леон просто надоел, он решил новую жизнь начать. И сменил имя, сменил все, стал Итаном. Не, это бред. Ай, ну не знаю, игра мне понравилась. Можно второй раз перепройти ее, но я думаю не завтра и не послезавтра, то есть через какое-то время, неделю хотя бы, или просто пару дней. Перепройти можно и пройти с концовки за Зою. Там, наверное, что-то изменится, потому что хотелось бы посмотреть. Но если это так, то, блин, ну, я не знаю. Гон на безумие? Не. На безумие, наверное, вряд ли осилю. Слишком уж тут... Хотя можно, в принципе. Но сложновато будет. Вообще, когда игра только выходила, демка была реально таким страшным чем-то. То есть я думал, это какая-то дикая штука будет, выйдет. Которую прям действительно буду бояться. Но вышло, ну, не знаю, я немножко другого ждал от игры. Я ждал больше хоррорной составляющей. А тут все-таки шутанчик превыше был. Нужно было сейвиться. Так я засейвился. Сейв там перед этим был, я просто не помню. Я мог пересохранить этот сейв. Там же нельзя создать сейв там свой, да? То есть переименовать его как-то. А может и можно, я не знаю. У меня тут начинается в Steam эти уведомления. Хочет посмотреть трансляцию, блин. Ну, сука, да чё тебе непонятно, что ли? Стань. Ну, не знаю. Хотелось бы вообще, чтобы хоррора было больше. Больше скримеров, больше пугающих моментов. Но, в принципе, получилось так. Если было больше хорроров, это был бы уже не Resident. Что-то другое было. А вообще, если сравнить с предыдущими частями, это похоже на какой-то гибрид первой и пятой части. Такой же особняк. То есть, одна локация, один особняк. Я первую часть не помню. Вообще не помню. Я ее даже не проходил вроде как до конца. Сука, хватит мне приходить уведомления. Хочешь посмотреть трансляцию? Ты что, блин, не можешь на стрим зайти на Твиче. Че я там говорил? То есть одна локация, один вот этот особняк. По нему всему ты ходишь, решаешь головоломки и выходишь там наружу. И опять же, далеко ты не можешь уйти. По сравнению там с другими частями, там с той же пятой части, ты постоянно продвигался куда-то дальше. Под конец, по геймплею, вообще похоже на пятую часть. Чисто мешанина идет, на тебя куча монстров бежит. Ты их всех убиваешь. Вот, так что да. Но это прикольно. Мне вот этот понравился. Я видел, читал отзывы, парочку отзывов прочитал про игре, что там думают остальные люди. Некоторым не нравится то, что вот беганина, да, то есть ты постоянно в этом особняке, новых локаций нет, то есть там все что-то бегаешь туда, там нашел предмет, бежишь обратно, решаешь головоломки. Ну, не знаю, мне это понравилось. То есть головоломки это все-таки прикольно. Вот эти загадки с тенями, они, конечно, повторяются раз за разом, но чем-то они меня захватили. Порой даже не знаешь, куда тебе нужно бежать и что нужно делать. То есть неплохо так все-таки это было придумано. Может нельзя как-то, я не знаю, скипнуть вот этот вот, пропустить ролик. Это не ролик, это титры. Давай. О, конец. Да? Конец? Типа последняя строчка. Сука, вы что, угораете, что ли? Пропускай. А, во, кстати, нифига. Статистика, во. Вот это нужно, кстати. Уровень сложности обычная, ну, то есть самая средняя. Время игры 8 часов я проходил. Разработчики говорили 10-15 часов. Первую часть я плохо помню, потому что я в нее не играл. Я в нее чуть-чуть играл. А что играть будем? Не знаю, сейчас перерывчик сделаю, а там уж посмотрим. Может второй раз перепроходить буду, может GTA будет, может вообще ничего не буду. Не знаю, перезапуски 13 раз сдох, видимо. Уничтожено гномов везде.
9 из 20. Ну, почти половина. Древние монеты. Все можно найти. 18, нашел 12. Папок 27 из 32. Общее количество папок получится при использовании этих сохраненных данных. Ничего не понял. Я знаю, что такое. Столько раз использовано лечебных средств. 3-4 аптечки. Нифига, за всю игру 3-4. Стабилизатор. Не знаю, что такое. Стероидов 4. Оружие Альберт. Будет добавлено в ящик в основном сюжете. Секрет самозащиты. Ага, какие-то штучки наворочить. О, добавлен бесплатный контент. Not a hero. Бесплатный контент? Еее, бесплатно. Весной нарисован был Редфилд. Редфилд. Ну кто такой Редфилд? Я знаю Криса Редфилд. А это не похож на Криса Редфилда. Слушай, можно начать игру? А нельзя как-то... Можно загрузить, да. А я не помню, какой сейф. Пощити ты на корабль. А фиг его знает, трясина какая тут у меня есть. Корабль, третий этаж. Ну, тут можно загрузиться, конечно, посмотреть там, что, какой-то сейф. Вот, ну, что-то не хочется мне. Мор. Что такое мор? Магазин реги нет. Может, тут ничего, походу, нет, да? Ну-ка. Нет, тут безумие. Но мне безумие было сразу доступно, потому что предзаказ все-таки. Вот, Олегич, кстати, привет. Что-то не поздоровался. Ну и все, прошли. Довольны игрой. Все-таки понравилось. Не знаю, что стрим не стрим. Можно, в принципе, что-нибудь еще постримить, но я не знаю, что. Вот GTA, ну что-то вот. А Резидентик, наверное, на этих выходных будет. Если все получится, бабах на Резидента на выходных. Слушай, мы за 2 дня прошли Резидента. В 2 захода. Получается. Так что я думаю, можно сидеть. Но я не знаю, что-то проходить. Я бы загрузился лучше. О, задержка. Да это нет, это я просмотрел сообщение. Не задержка называется. Где-то тут можно загрузиться. Поищите это на. Что-то там замутить. Ну, я не знаю. Сейв. Мне легче сейв скачать, если он есть, конечно, такой, и выбрать. Вот. Короче, все. На сегодня хватит. 3 часика мы, получается, стримим. Да? Да. Если стрим будет, я напишу. Я бы вообще с кваздом сроком в Форест пошел бы. Да. Ну, я не знаю, как они там будут, не будут. Всего хорошего. Не болеть, не хворайте. Доволен игрой. Доволен. Не зря покупал. Да. И думаю, что перепроду ее второй раз. Ну, когда получится. Еще раз, всего хорошего. Не болеть, не хворайте. Если стрим будет в группе, запись будет, значит. Увидимся на других стримах. Вейланс, приходи почаще, что-то тебя редко видно. Тут люди распоясались вообще. Есть некий принц Сноу, он вообще в край борзел. Вот его стоит утихомирить. Да. Так что, все. Давайте, покидываем.